Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, Рождество уже на пороге. И, конечно, наши рождественские встречи, видите, мы встречаемся с вами, и мы встречаемся друг с другом. Вот Борис Андрианов, заслуженный артист России, никак не может присесть. Буречка, что-то случилось? Он потерял ноты. Так бывает, так бывает. Максим, ты ничего не потерял случайно? Нет, самое главное, все со мной рядышком здесь. Неправда, я точно знаю. Он сегодня потерял рубашку. Только что? Это правда? Вот... Я ее вчера потерял. Я сегодня понял, что я ее вчера потерял. Это было перед концертом. Сейчас за 5 минут до начала концерта мы переодевали Макса. Вот это наводит на размышления. Да, но самое интересное же, что вы могли вообще на концерт не попасть. Потому что Боря потащил нас в горы. И вот добрая так. Женщина одна нам показала дорогу, потому что мы ушли вообще в другую сторону. Ах, вот как. Мы вот уже так. Практически перешли границу с Грузией. Это Эти подробности, я не знала об этих подробностях. Вот я думаю, что пока мы с Кареном Шагалдяном поразмышляем на тему о том, каким же будет Новый год, вы нальете нам шампанского. Жюль Массне. Размышления. Таис? Прекрасное предложение. Да? Кстати, да. И вообще, мне кажется, что этим отличаются скрипачи от вот этой вот басовой группы, что на нас можно положиться и рассчитывать. Вот так. Ситуации. Максим Номиков, Карен Шагалдян и я, Светлана Бережная.
Карен Шахралдян. Наверное, у некоторых произведений есть какой-то невероятный секрет. Вот в этом произведении всегда есть, ну, у меня, по крайней мере, из моей практики, во-первых, публика всегда аплодирует перед каденцией, перед окончанием, заранее еще произведение закончено, и всегда у меня пропадает одна страница, как это было сегодня, честно. У меня исчезла четвертая страница, никто не знает почему. Боря. Это не он, я следил. Чуть что, сразу рыжий. Ну что теперь делать? Ты говорил, что ты только что потерял ноты. Может, ты... Нет, я просто хочу посматривать на них, пока вы играете. Мы простим. Светлана, если можно, вас перебью. Дело в том, что мы ведем себя как невоспитанные гости, потому что мы в гостях все-таки у вас. И я бы сказал, что мы должны сказать, во-первых, спасибо раз. Во-вторых, от себя, ну, представить Светлану здесь как-то это выглядит немножко странно, но мы очень рады, что мы находимся в гостях у такой... замечательные, талантливые, потрясающие пианистки, органистки, клавесинистки, красавицы, спортсменки, комсомолки. Спасибо. Я так и думала, что невозможно меня представить. Но я сделал, что мог. Спасибо. Спасибо большое. Ну, чуть что, сразу рыжий. Вы видите, вот он вообще не участвует. Мало того, что у него вот свой имиджевый такой, можно скажу? Имиджевый такой, такая имиджевая изюминка. Вот расскажи, почему ты выходишь в цветных носках всегда? Он дома черные забыл. Нет, раньше началось с того, что у меня были носки черные, и была белая надпись, не очень приличная, на английском языке. Вот. И однажды мы играли концерт, и была достаточно высокая сцена, и концерт был... Ну, короче, вот все, кто сидели на передних рядах, прочитали, потом выложили у себя в социальных сетях все, что мне написано. Но я уже завелся, не мог обратно вернуться к черным носкам. Ну, почему, например, вот у Карена есть жабо, у кого-то есть платочек цветной или бабочка цветная. Эта небольшая изюминка у меня находится в нижней части, потому что я сижу, если с оркестром играю на подиуме, очень видно хорошо. К тому же это все-таки дорогие и качественные. Кстати, интересная тема, ведь существует у многих музыкантов, существует концертное нижнее белье. Мы об этом вообще мало говорим. Я очень надеюсь, что мы до этого сегодня не дойдем. Нет, сегодня, я думаю, мы до этого не дойдем, тем более, что... А я думала, Боря, что это вот дань тому, что ты опять стал папой. У него родилась дочь 2 дня Ура! Назад. Ура! София. София. Ну вот следующий номер как раз-таки мы с Борей сыграем. Ну, наверное, это большой привет твоей любимой дочечке, потому что это «Салю д'амор» Эдуарда Эльгара. Thank you.
Борис Андрианов, заслуженный артист России. А перед Новым годом, по-моему, все и всегда задумываются о времени. Да? Максим, вот у меня такое ощущение, что мы все знаем, наверное, это выражение, что три вещи никогда невозможно вернуть, три вещи никогда не возвращаются. Это слово, упущенная возможность и время. А что было в этом году с тобой такого, чтобы ты хотел прожить еще раз? Ну, конечно, год был потрясающий. Столько всего мы сделали, постоянно выходили на сцену. Вообще, практически дома не сидели. Я понимаю, что это шутка, но тем не менее. Ты понимаешь, мне так кажется, что когда мы размышляем, когда мы задумываемся о том, что с нами происходит внутри, вот это очень важный был год для такого духовного роста нашего музыкантского. Те, кому было о чем подумать, конечно, наконец-то у них была возможность, эта возможность осуществилась, потому что я так понимаю, что мы все, во всяком случае, те, кто здесь сидят на сцене в данный момент, мы поняли о каких-то важных вещах для нас, и мы, наверное, что-то переосмыслили. Вот. Я могу про себя точно сказать, что я теперь точно знаю, что для меня в данный момент важно, потому что когда мы в прошлом году сетовали на то, что мы очень устали от концертов, от переездов, там потом был момент, когда ты начинаешь думать о том, что да что ж такое-то, зачем я это все говорил, а потом вот эта вот еще большая пауза, она заставляет уже о другом подумать. Мне кажется, что все-таки все музыканты, мне так кажется, поняли, что все-таки для нас музыка не самое главное в жизни. Потому что вот именно в жизни самое главное — жизнь все-таки. Ну и то, что музыка невозможна без слушателей, без людей, которым мы готовы ее дарить. Ну ведь да, правда? То, что мы обсуждали в наших передачах, в которых ты тоже принимала участие. Получается так, что все вот эти трансляции, которые мы наблюдали, для многих закончились тем, что у нас стало еще меньше слушателей в какой-то момент. Потому что человек, который сидит у телефона, у компьютера, и он не чувствует нас все равно. Те люди, которые сейчас сюда к нам пришли, они ощущают нашу энергетику. Все-таки в интернете ты ее не почувствуешь. Ты можешь послушать исполнение, да, но ты не сможешь. Мы все-таки сейчас сидим, общаемся друг с другом. Это правда. И я хочу сказать, год уходит. Секунды и минуты его уже сочтены фактически. И мы играем с Максимом Новиковым пьесу Айверса Каллинса «Утраченное время». Кстати, мировая премьера, между прочим. Thank you.
Спасибо, Максим Новиков. Ну, чудесная музыка, и я думаю, что сейчас Айвар смотрит нас в Риге. Когда-то мне довелось с ним там увидеться в Домском соборе. Чудный композитор, прекрасный человек. И мы передаем привет, кстати говоря, всем странам, кто нас смотрит сейчас. А сейчас нас смотрит порядка 30 стран. Я очень рада передать всем привет. И, ребят, давайте мы поздравим. Сегодня Рождество во всей Европе. Merry Christmas! Feliz Navidad! Bon Natale! На всех языках мира хочется поздравить с праздником. И нам... Я могу по-китайски. Шендангуайла. Прекрасно. Это чуть позже. Китайское Рождество чуть-чуть позже. Между прочим, хотя, в Китае очень много католиков, кстати. Хотя по поводу Рождества это вообще юмор. Но вы знаете, вот я в филармонии себя здесь чувствую всегда как на празднике. Вот это удивительный замок, это удивительный дом. И, друзья мои, пожалуйста, возьмите бокалы и выпейте за этот дом, пока я вам сыграю совершенно замковую музыку Иоганн Себастьян Бах. Минуэт. Вот так вот. Он решил меня расстрелять сразу. Сатурну больше не наливать. Я обещаю, я буду стараться играть. Не надо в меня стрелять. Так вот, Иоганн Себастьян Бах. Минуэт из Керца. Мне бы хотелось сказать, что клавесинная музыка, она воспринимается только как старинная. Максим, я предлагаю всех удивить и сыграть современные сочинения для альта и клавесина. Может быть, ты скажешь несколько слов о композиторе, который написал этот ноктюрн удивительный, Роберто Ди Марино. Роберто Ди Марино – потрясающий, добрый, чистый человек, который... долгое время своей жизни не был музыкантом, и пришло какое-то время, и его жена, заметив, что его тянет к
к творчеству. Она его просто заставила пойти поступить в консерваторию, когда ему было 30 лет. Вот. Сейчас он уже профессор. Ему сейчас 64. Он профессор в Вероне. И пишет чудесную музыку. Правда, пишет, к сожалению, немного. Он бесконечно любит говорить, что он плохой композитор, что ему его, нельзя его хвалить. Ну, кстати говоря, у итальянцев это вообще есть. Вы помните, Томмазо Альбинони писал на титульных листах «композитор-дилетант». Вот, кстати, да, вот очень это похоже. Вот, да. Это какой-то прям вот в Италии это модно. И давайте мы послушаем музыку плохого композитора Роберто Ди Марино.
кажется, что у нас такая на сцене воцарилась атмосфера. Хочется вспоминать только о хорошем, только о прекрасном и иллюстрировать эти счастливые моменты. Наверное, я начну рассказывать о том, что было интересного и необычного. Для меня в этом году, некоторые знают о том, что Испания стала для меня вторым домом. И так случилось, все это случилось из-за ситуации в этом году, что я застряла в этой стране на 100 дней. Я не могла выехать в Россию. И вот как раз у меня была возможность подумать о том, естественно, не было никаких концертов, там все было тихо и спокойно, но почему-то вот именно там думается иначе, чем в России. В России мы все равно как-то, то ли я озабочена в России, то ли Россия какая-то такая страна, наполненная другими вибрациями, эмоциями. Ну, в общем, так получилось, что я 100 дней размышляла. И рождались всяческие разные мысли о том, о бытие, о счастье. И я поняла, что да, мы возим это счастье с собой. Вот это неправильное выражение, что хорошо там, где нас нет. Хорошо там, где мы есть, потому что только мы можем почувствовать счастье момента. И Иоганн Себастьян Бах написал кантату, но кто-то ее называет «Ко дню рождения», кто-то называет ее «Охотничий». Там есть ария с очень таким своеобразным названием. «Моя овечка может пастись спокойно». Вот это примерно то, что я чувствовала в Испании. Иоганн Себастьян Бах, «Моя овечка может пастись спокойно».
Ну, я думаю, мне надо выпить шампанского. А почему-то у нас три бокала. Что случилось? Кто-то... А постепенно, они постепенно выпивают. Наперсточками. Да. Вот так, понимаете, это потом будет у публики диагноз. Захлебнулся слюной. Понимаете, как так можно? У публики есть свои минеральные воды. Правильно, мы не пили минеральную воду сегодня. Ваше здоровье, господа. Боречка, вот скажи мне по секрету, у тебя в этом году или вообще вот в гастрольной жизни, может быть, какие-то были пикантные, романтические, я понимаю, у тебя сейчас дочь родилась, да, про романтические вот, нельзя, романтические. Но про пикантные можно. Оно же и пикантное тоже. То есть было много. Ну, хорошо, вот, расскажи. Я тебе скажу следующим образом, что вообще это проверка для многих отношений стало, потому что люди оказались замкнутые в пространстве, и как-то кто-то разводится, кто-то детей заводит впоследствии вот, вынужденного заточения. Вы понимаете, это локдаун, ребенок локдауна, правильно? Ну это ребенок любви все-таки. Ну, что не рождается в локдауне, да. Даже любовь. Но вообще, на самом деле, я хочу немножко продолжить в рамках твоего вопроса о том, что говорил Максим до того, и то, что ты говорила, что музыкант, что с одной стороны музыка стала не главным, но музыкант не может без сцены. У меня как раз пару месяцев заточения вынужденного в деревне, как раз музыка без сцены на меня очень благотворно повлияла. Я вот только получил этот инструмент, сменил одну виолончель на другую, и у меня было с ней знакомство путем музыки Баха и какой-то другой музыки, действительно, онлайн-концертов. И действительно, музыкант может, находясь с инструментом все время, не скача с одного концерта на другой, а имея много этого времени, просто позаниматься творчеством и музыкой не ради концерта, а ради того, чтобы вот как художник пишет картину, отошел, немножко посмотрел, немножко исключительно музыка ради музыки. И лично для меня это время было очень полезным. И это время действительно было хорошим и романтическим. Можно сказать, что действительно, скажем, первая половина лета и конец весны, нет, скажем, вся весна и половина лета без концертов практически. И главное, чтобы все были здоровы, конечно же, но у меня самые приятные воспоминания. Я узнал много про сады и огороды. Понял, что я точно не хочу больше покупать яблони. Но мне повезло, что у меня действительно есть загородный домик в деревне, где можно быть на природе. И... Теперь я знаю, о чем мы сейчас будем играть. Потому что «Ноктюрн» Правильно, ночная песня. Петра Ильича Чайковского написана в деревне. Это вот песня такая, ночная песня, написана в деревне. Петр Ильич Чайковский. На карантине у Чайковского, да. На карантине у Чайковского. Так и постановим.
Борис Андрианов. Ну, поспорить с виолончелью может только скрипка. Правда? Карен, вот расскажи, когда душа поет? Когда поет душа человека армянской национальности? Ну, эта душа поет всегда практически. Ну, есть же особый момент. Конечно. Это как в том фильме, когда люди поют, да? Ну, когда выпьют, когда поют. Да-да-да-да-да. Так почему вы молчите до сих пор? Они плохо поют просто, у них голоса не очень, поэтому они сдерживаются. Ну тогда расскажи. Да, руки заняты, поэтому Но я поддерживаю твой порыв. Я целиком и полностью вообще согласен по поводу души. Я уверен, что у человека творческого душа должна петь всегда. Это могут быть разные песни, что называется, да, но наша цель, собственно говоря, в этом — заставить нашу душу и душу публики переживать, петь, плакать, смеяться и так далее по списку, что называется, по завещанию автора, который нам пишет музыку. Интересная очень, кстати, технология, как это все работает. Для меня это, пожалуй, самое важное, я думаю, как и для ребят, то же самое. Мы каждый день мы исследуем самих себя и понимаем, что у нас внутри действительно, где у нас душа, какая она, и ведем диалог сами с собой все время. Очень интересное дело, на самом деле. Ну, вот скажи, как ты думаешь, почему в Италии скрипка называется виолино? Да, ты понял, да, к чему я, да? Какой прекрасный вопрос. А в России называется скрипка. Я бы ответил на этот вопрос, но есть прекрасный ответ у Максима Анатольевича, с которым я не согласен, но он авторский. Не, ну что, то есть ты не согласен. На итальянском языке вот этот вот прекрасный инструмент называется виола, а вот этот вот, вот этот маленький в твоих руках называется виолина, что значит маленькая виола, вот и все. А что такое виолончелло? А это виола с челлой вместе. Так, а все-таки почему в России скрипка? Вот ну, отношения, ну, скрипит чего-то там, ну. Ну, такие скрипки, мрипки, да? А, кстати, на славянских языках вообще ни на одном языке этот инструмент, ну, который у Карена в руках. Вот кто знает, как гусляка, как на украинском? Ну, в общем, ничего хорошего там нет. До свидания, дорогие зрители. Вот на этой прелестной ноте мы докажем. На немецком гайге. Гайге. Нет, мы все-таки докажем сейчас, что более... Вот этого я тебе не прощу за гайги, конечно, ответишь. Более певучего инструмента, чем скрипка, сложно придумать. Петр Ильич Чайковский. Мелодия.
Вот, Максим, не отвлекайся. Не отвлекайся, потому что сейчас тебе предстоит объяснить, что такое Хронос. Хронос — это кто такой? Кто такой? Вот. Это бог времени. Это то, что нами владеет. То, без чего мы не можем существовать. Есть только время, на самом деле. Это наша жизнь. У жизни есть время. Да? Каждому человеку дается определенный отрезок времени. И это решается не нами. Кстати, в этом году это было понятно. Конечно. Что это. Очень в этом году... Кто-то попытался наше время у нас забрать, но есть все равно высшие силы. И опять же Роберто Ди Марино. Да, Роберто Ди Марино, Хронос. Thank you.
Я хочу быстро сказать, что через один день, это послезавтра, прозвучит потрясающий альтовый концерт Роберто Ди Марино. И еще и завтра прозвучит, но не здесь. А завтра это будет в Ессентуках, а послезавтра это будет на этой сцене. Вообще послезавтрашний концерт, да, с оркестром, он будет таким завершающим и удивительным, и он нас удивляет сейчас. Знаете, когда музыканты репетируют, мы уже понимаем, что в финале этих репетиций концерт, он будет с публикой, но иногда на репетициях случается удивительное открытие, и ты иногда жалеешь, что в зале нет публики, но есть музыканты, и мы так любим друг друга внутри музыки. Вот сегодня это было, сегодня мы импровизировали с оркестром вместе, это было небольшое такое безобразие. Но вообще правильно, чтобы репетиции были не очень удачные. Был случай, может быть, ты знаешь, с Муравинским, это великий дирижер из Ленинграда, который руководил больше полувека оркестром Ленинградской филармонии. Однажды они играли на репетиции генеральной утром симфонии Шостаковича. Это было так хорошо, что Муравинский отменил концерт. Он посчитал, что они не смогут вечером так повторить, как было утром на репетиции. Так, так бывает. Это правда. На самом деле это правда. Карен, скажи, а вот мы тут откровенничали, и каждый сказал о том, что для него было важного в этом году, или вообще вот в гастрольных поездках было что-то такое, чтобы ты, вот без чего бы твоя жизнь дальше не пошла вот так, как тебе хотелось. Вот что-то знаковое, что-то удивительное, а может быть что-то веселое. Именно в гастрольной поездке или вообще в принципе? Вообще, в принципе, сложный, в музыкантской жизни. Дело в том, что вообще жизнь музыканта, гастрольная жизнь – это череда бесконечных событий очень разного свойства. То есть, ну, все, что можно испытать в жизни, мы испытываем. И иногда это так наслаивается, что мы уже забываем все хорошее и плохое, и остается только вот такое какое-то послевкусие. Было очень много чего, конечно, странного и интересного. Там, поделись с публикой. Я пытаюсь сейчас вспомнить что-то приличное, что можно рассказать публике в концертном зале. А неприличное. Оно лезет в голову, естественно, всегда не то. Вот. Что у нас было недавно? Совсем было что-то такое. Однажды вот мы, кстати, с Борисом Андриановым на фестивале в Карелии в августе под открытым небом фестиваль. Ну, Карелия, представляете себе, да, в среднем климат какой. И даже в августе, даже, кстати, я вам скажу, особенно в августе. И после прекрасного открытия фестиваля в 5 утра вся команда фестиваля в полном составе, хотя тебя там не было, кстати, но ты был на следующем фестивале, мне рассказывали про тебя. Мы пошли купаться в озеро, кто-то даже и в концертной одежде. Ну, в общем, было весело. Да, но мы выплыли. А еще в этом году мы были с тобой тоже на одном фестивале вместе, после чего уже в течение полугода мы онлайн играем в футбол электронный, ну, это, компьютерную, кстати, игру. Потрясающая история, вместе, да, с другими музыкантами, которые приезжают. То есть музыканты теперь играют не музыку, они играют в футбол. А, кстати, если назвать интересно, некоторые даже хотя бы. Интересно, футболисты могут играть на виолончели? У нас есть команда футбольная, да, состоящая там пианист Филипп Копачевский, скрипач Сергей Дагадин. Да. Ну, вот то есть мировые вдвоем звезды. И мы каждый вечер, когда мы все собираемся вдруг дома в разных местах, там Вена, Уфа, Москва, там вот Боря вообще в деревне у себя, мы собираемся в разные часовые пояса у экранов под возмущенные взгляды и, значит, окрики наших жен, родных и близких, и орем в телевизор, потому что мы играем в футбол все вместе, естественно, испытываем эмоции. Смешнее разные всего, что вы до этого буквально за 15-20 минут вы своим детям говорите, что вы слишком много сидите перед это, телевизором. Это, кстати, правда, да. Не, мы стараемся это делать тогда, когда дети засыпают уже. Хотя не всем это удается, кстати. Ну, Карен, я могу сказать, что оправдаться можно и перед детьми, и перед женой сейчас только одним. Да. Все-таки. Да, как, все-таки. Как обычно. Как обычно, да. Да, прелюдия, ну, как, и Аллегра Фрица Крейслера в стиле Буньяни.
Это был знак к началу, да? Венская музыка всегда под брызгами шампанского. Это старинный стиль, тогда еще шампанского не было. Было прокисшее вино. Thank you.
Карен Шахгалдян. Сейчас я бы хотела рассказать одну историю. Вот я у них все пыталась выудить, но ну, не идут они на откровенность. Боятся, наверное, что что-то скажут лишнее. Светлана, давайте прямо сейчас вот здесь. Что рассказать? Что сказать? Все. Что надо рассказать? Поздно. Теперь уже буду рассказывать я. Вы знаете, просто пока мы сейчас играли, я вспомнила одну историю. Наверное, более пикантного, необыкновенного и романтического в моей жизни не было. Ну, по крайней мере, вот из последних лет. И, кстати говоря, немножко новогоднее было состояние, потому что это было не в период Нового года, но это был февраль месяц. Мы играли в Сочи, это был такой форум, и концерты, и после нас пригласили на Красную Поляну попариться в баньке. Я не любитель париться, я вам честно скажу. Так как был выбор, и нам предложили на выбор, я выбрала японскую баню. Что такое японская баня? Это на открытом воздухе. Мне показали, я тогда не знала, что это такое, просто мне было очень любопытно. Они сказали, что это на улице. Ну, в Сочи, Красная Поляна, не так было холодно в феврале. Звезды, красота. Я говорю, ой, хочу на улице. Меня подводят на такой вот треноге. На цепях висит большой чан с водой. Под ним разложены дрова. Мне говорят, вот вы туда запрыгиваете, и мы разводим огонь. Ну, прекрасно. Ну что ж, конька-горбунка нет. Я решила, что... А почему бы и нет? Ну, тем более, что все остальные как-то по другим баням рассосались, никого нет, только вот непосредственно те, кто занимаются парилками. Все очень важно, поэтому я в таких деталях рассказываю. И, значит, я в этом чане, подо мной разводится огонь, и, в общем, когда уже совсем процесс стал горячим, мне говорят, теперь вам нужно вылезти, и мы вас запеленаем. Думаю, вот это да. Ладно, меня запеленали, положили на такие качели, и вот я должна была смотреть в звездное небо, и раскачиваются эти качели, и в этот момент начинает накрапывать дождь. Думаю, звездное небо, дождь накрапывает, сумасшедший дом. И тут бежит молодой человек, который его на барной стойке, мы все оставили свои телефоны. Он бежит, говорит, вам телефон звонит. Я говорю, ничего страшного, возьмите трубку. И он снимает этот саван с меня. Я стою под дождем, беру трубку, и тут совершенно шок. Оттуда слышен такой мужской голос, он говорит, только ничего не говори сейчас. Ты только слушай, думаю, хорошо. Я не знаю, номер не определен. Ты только ничего не говори. Я молчу. И тут я слышу невероятное. Никогда я не слышала такого признания в любви. И человек говорил так горячо, так красиво и так удивительно. И голоса я его не знала. И я слушала, то есть мне было сказано ничего не говорить. Я молчала, затаив дыхание, я стояла под звездами, накрапывал дождь, и по телефону мне незнакомый мужской голос признавался в любви. И я потом, когда он в конце назвал все-таки имя, я поняла, что это адресовано было не мне. Но, вы знаете, и я в конце, я говорю, вы знаете, молодой человек, это так красиво. Вы обязательно дозвонитесь ей. Но простыночку с тебя сняли при этом. Нет, одна еще осталась. Я могу сказать, и вы знаете, я вот завернувшись в эту простыночку, я добежала под крышу, я говорю, дайте какую-нибудь бумагу. И честно вам скажу, я в этот момент я написала стихотворение, которым я хочу предварить исполнение следующего сочинения.
Следующее сочинение будет Хоакина Родриго, это «Аранхуэсское адажио». И я написала такие строки. «Ты любил меня только раз, когда дождь в горах в феврале. Лучик счастья со мною сейчас, он как свет в расщепленной скале. Ты прости мне какой-то экстаз, не помню, что мой ум как туман на заре. Я люблю тебя только сейчас, когда дождь в горах в феврале».
Пожалуйста. Ну, еще поуговаривайте. Ну, пожалуйста. Это, помнишь анекдот, когда «Микола, ну сыграй!» Он говорит, да не буду. Пора. «Микола, ну сыграй!» «Ну не буду». «Микола, не буду». Вы послушали капризы Миколы Паганини. Астер Пьяццолла, танго, пожалуйста, сильву пле. Что-то ты рано положил инструмент. Все, мы больше не будем играть. А вы знаете, вообще-то концерт подходит к концу. Это грустно, нам совершенно не хочется с вами расставаться. Что осталось еще? Шампанское осталось. Ну, я предлагаю, может быть, мы... У нас же ведь не будет такого вот прям вот еще близкого контакта за эти дни со зрителями, с нашими слушателями. Может, мы сейчас что-нибудь пожелаем? Пожелаем. Да. Конечно, мы пожелаем, поэтому... Поэтому надо налить. Давайте возьмем бокалы. Дорогие друзья, мы желаем вам света и добра. Мы желаем вам любви и свободы. Мы желаем вам огромной планеты, вашей душе мирной, чудесной и полной открытий. Мы желаем вам музыки в душе, в жизни, в семьях. Пусть будет следующий год счастливым, и пусть он не будет спокойным.
взорвем. Взорвем, зажжем. И вообще хочется фейерверка. Мальчики, почему говорю только я? Почему? Уже что, у вас что? Ах, у них у руки. Руки заняты. Всегда просто. Руки заняты. Так положите. Они так боятся. Никто не украдет в Страдивари, боже мой. Альтов в Страдивари не бывает. Не надо сейчас. Не надо было признаваться. Так и что же вы хотели, друзья мои, пожелать? Ну, на правах самого старшего на сцене. Я, ну, конечно, допустим. Конечно, Карен выглядит старше, но на самом деле здесь самая старшая я. Молодец, хорошая реплика. Готовился. Готовился, да. Вы знаете, я хочу пожелать, так как все-таки, ну, каждому из нас можно много чего пожелать, но так как вот все-таки у нас сегодня концерт, и вы, у нас разные роли, мы здесь на сцене, а вы там в зале, я очень хочу пожелать вам в новом, вот в 2021 году, чтобы вы слушали музыку, открыв рот. Да, без масок. Вот буквально. Вот сорвать маски, правда. Это прям вот, так важно, мне, сорвать мне так, маски. Мне так жалко, это, я не могу, мне душа болит. Мы-то без масок, потому что мы переболевшие, у нас там антител там на целую роту. Кто солдат как? Хватит. Антитела, заходите. Антитела, да. Я очень хочу, чтобы пожелать вам всем, чтобы мы все и вы все не болели, и те, кто болеют, выздоровели. Но все-таки музыкой надо наслаждаться в комфортном состоянии, мне кажется. Более это, того, музыкой, это ура от Новикова. Да, более того, музыкой можно даже лечиться. Мы, кстати, можем это доказать, потому что действительно сцена лечит нас. Иногда мы, бывает, что выходим простуженные, больные на сцену. Если концерт идет так, как он запланирован, если мы выкладываемся, мы стараемся, а мы всегда стараемся это делать, ты со сцены выходишь здоровым. Ну, либо наоборот, сильно хуже становится. Но так редко бывает. Ну, нет, чаще всего здоровым. Почему? Потому что, особенно если ты где-нибудь ошибся и разошелся с оркестром, например, да. И у тебя адреналин так бабах, и твой иммунитет, о, что-то случилось, да? Я здесь. И все, мы здоровы, мы реально здоровы. Борис Анатольевич, если хотите, пожалуйста, иметь сильный иммунитет, занимайтесь музыкой. Здоровья вам и массы впечатлений. Наступающим. С наступающим праздником вас. Но мы еще не до конца. Нет, нет, у нас сейчас будет самый главный что? А, да, нет, вот, нет. Так нельзя с публикой поступать. Надо вначале подарить им кавказскую мелодию такую. Но я шучу. Да. Ну, вы знаете, просто практически у всех на этой сцене есть кавказские крови. Да, но тут превалируют вообще армяне. Правда? Вот наполовину армянин, вот цельный. Он тоже наполовину, ну и я наполовину. Ну, в общем, я что вам хочу сказать? Мы же на Кавказе, поэтому, ну, не может быть это произведение серьезным, которое мы будем для вас сейчас играть. Я даже объявлять его не буду. Thank you.
Дорогие друзья, рождественские встречи продолжаются вплоть до 7 января. С наступающим Рождеством, у кого оно наступает сегодня, с наступающим Новым годом. И вообще я назначаю вам категорически свидание послезавтра в этом зале. Мы вас очень любим. Счастья и добра!